Пенсионерка смотрела телевизор, как загнивает Америка, и провалилась вместе с полом с третьего на второй этаж. Кто где провалилось-то еще расскажите. Я вот снимаю, покажите. Покажите, покажу, если не Да. страшно. Нет, мне не страшно. Третьего этажа на второй провалились. А Да. вы упали, что ли, руку-то сломали? Ага. Вот, а так бы жили, не Здесь. дожили еще. Крышится здесь, да. Ага. Дом, Так, вот дачка. здесь, да, у вас? Да. Так, можно, да, аккуратно пройти здесь? Видите. Это все провалился, потолок так. А вы там, вон, загляните. Туда. А, вон стены. Это здесь прям пол пошел вниз-то, прям чувствуется, что... Вон, а где там-то? Вот еще им хотели сделать ремонт. Сделали. Да. А. Ну, вся проблема-то где? Вон даже перегородка провалилась, видите? То есть там пошел вниз на это, Да, да? а вон там-то потолок отвалился. Да. Ремонт им сделали в туалетах. Да. А, вниз теперь вниз провалилась, в смысле, да? Второй этаж, А, да. пойдемте, да. Да. Люди-то хлопотали чего? Для детей площадку. Ага. Потому что чужие дворы. Вот этот этаж-то, правильно? Да. Под ним туда находится. Видите? Ага, все, вижу. Вот, видите, того глядя отвалится. То есть сюда никто не заходит, сюда нельзя заходить. Все, только на первый этаж еще ходим. Давай на первый этаж. А Вот. здесь у вас что? А, первый А этаж. это вот сюда можно ходить в туалет, да? Это вот первый А здесь этаж тут пахнет у тоже. вас так? Свет включили. Ой, давайте. Вот тоже, Ага. видите, контрольки делали. А. Он уже, этот Маяки, контроль. да? Вот так делаются маяки на самом деле. Но здесь, короче, заходит моя рука полностью сюда. Вот дата-то стоит здесь. В 22-м году в марте делали здесь. Потом в апреле 22-го года делали. Ага. Да, вот все цифры здесь. А это действующее или нет? Это действующий Действующее? пока, Серьезно? да. Вот это? Вот что осталось Здесь всем. моются люди? Да вы что? Не Сейчас моются? душ покажу. Это нас запустила Ну вот в этот... компания, которая существовала на Калиновской. Бывший военкомат, я не Я помню. знаю, это комфортные условия. Ой. Да, то есть зимой ты идешь в туалет, и тебя там просто насквозь дыра. Где у вас душевая, это вы говорите? Сейчас покажем, вот душевая. Выборы скоро, Это говорят. Надо жалко. голосовать идти. За кого пойдете голосовать-то? Ага. А я откуда знаю? За Путина надо голосовать. За Путина, Да. конечно. Но ему спасибо, хоть войны нет у нас. Войны нет, да. Ну, Правильно. да. Хорошо, что хоть живем, так сказать, в мирное время, да? Да. Ну. Вот такие души, видите, А, тут? вот здесь моются люди. Да, вот под одной. Видите, какие душевые-то? Вот сейчас купили лейки, Ага. подкручиваем, привязываем и моемся. Каждого своя лейка, Ну, да. чтобы не украли. Да. До свидания, дай бог вам здоровья. Успехов. На выборы обязательно идите. На выборы идите, а то ваш голос заберут. Да, на выборы надо идти, пока крыша на голову не упала.